Всем привет, друзья! Меня зовут Алина. Вы на канале «Читать нельзя сжигать». Сегодня я вам расскажу о книгах, которые я недавно прочитала. Здесь 5 книг. Они в градации от хорошей до замечательной. Также отдельно поговорю с вами о 2 выпусках Black Sad'а. И в конце этого ролика моя дочь Диночка расскажет о паре детских книг, которые мы с ней недавно вместе прочитали. Но прежде чем мы поговорим о книгах, я хочу поделиться с вами очень полезной, нужной и такой правильной информацией о благотворительной книге, которую совместно выпускает крупнейший сервис аудио и электронных книг Litres и также Всемирный фонд дикой природы. Это сборник, в который вошли рассказы о редких видах животных России. Проект озвучили российские звезды, среди них Антон Камолов, Клава Кока, Гоша Карцев и другие. Все средства от продажи этой книги в электронной версии, в аудио, в приложении Litres или на их сайте, все средства будут направлены на защиту редких видов животных России во Всемирный фонд дикой природы. Обязательно переходите по ссылке в инфобоксе, слушайте или читайте, как вам больше нравится, рассказы о редких видах животных и помогайте такому правильному делу. Ну а мы с вами переходим к рассказу о недавно прочитанных книгах. И передо мной стопочка отличных книг, в основном они все такие не жанровые, да позволено мне будет так сказать. Есть одно исключение, и именно с него я хочу начать. У меня наконец-то дочитана вся трилогия «О сыне солдата» от Робин Хоп. Я знаю, что не всем нравится этот цикл, но я от него просто в восторге. Прежде чем я вам хоть что-то расскажу, а спойлеров сегодня не будет, я хочу сразу сказать, что этот цикл я вписываю в список своих самых любимых фэнтезийных циклов, в принципе, фэнтези-произведений. И, возможно, даже, как бы это ни было странно, я вписываю его на первое место. Эта книга, эта история просто украла какую-то часть моей души. И мне даже сложно было вчера, когда я ее дочитала, закрыть ее, перевернуть последнюю страницу, отложить книгу в сторону и поставить какую-то точку в этой истории. Не скажу, что каждая страница была здесь супер увлекательной, и я не могла оторваться. Нет, были довольно скучные моменты, иногда вообще не хотелось к книге возвращаться. Но в итоге это такая история, которая просто проникает вглубь тебя, и вот действительно грустно ее отпускать. И точно хочется к ней когда-нибудь вернуться и перечитать. И вот теперь с таким зачином давайте поговорим, о чем же вообще эта история. Сильно вдаваться в подробности не буду, потому что у меня в руках уже 3 книга, но в целом зачин такой. У нас с вами существует некий фэнтези-мир, и центральное королевство, к которому будет прикован взгляд читателя, это Герния. Герния — это королевство такое довольно-таки воинственное. Оно расширяется, захватывает новые земли, и кроме того, это те самые белые цивилизованные люди, которые, продвигаясь дальше по землям, несут свои знания, свою благую цивилизацию, просто затаптывая все, что им даже не то чтобы не нравится, все, что им непонятно. Таким образом, у Гернии исторически образовалось несколько конфликтов с другими народами. Есть тут народ степей, есть тут народ лесов. Робин Хоп покажет нам оба этих народа, их какие-то отличительные черты, верования, культуру, но основное наше внимание все-таки будет уделено спекам. Спеки — это как раз-таки люди леса. И, конечно, у этой истории есть немало общего с Покахонтас или с Аватаром. История о противостоянии 2 культур. Культуры более древней, более такой привязанной корнями к земле, и культуры такой, на взгляд современного человека, более цивилизованной, культуры городской. У Гернии есть король, у короля есть свои приближенные, есть там старая знать и новая знать. Именно на конфликте вот этой старой и новой знати здесь многое строится, и сюжет во многом именно от этого отталкивается. Наш главный герой — молодой парнишка Девар Бурвиль, сын солдата, и сам он тоже должен стать солдатом. В этом мире довольно интересная религия. Каждый из рожденных сыновей, в зависимости от того, какой он по рождению, первый, второй или третий, имеет свое строго определенное место в мире. Вот родился ты первым, значит, ты унаследуешь дом. Родился ты вторым, будешь солдатом. Родился третьим, будешь священником. Надеюсь, я ничего не перепутала. Суть в том, что там это прописано на много-много сыновей вперед, и отступать от этого нельзя. Получается так, что когда в благородной семье рождается сын, его жизнь буквально с его рождения предопределена наперед. Если мальчику суждено стать солдатом, то с самых-самых ранних лет его будут тренировать, его будут закалять, развивать его дух и тело. Именно так поступает с нашим главным героем его отец. В 16 лет Невар отправляется в академию, чтобы обучиться всем необходимым навыкам. Невар в восторге, он абсолютно счастлив, он наконец-то становится на тот путь, к которому он всегда стремился. И мне сейчас, конечно, очень сложно что-нибудь не проспойлерить, потому что первая книга во многом является такой завязкой к 2 последующим.
будущем. Но все-таки скажу так, довольно-таки завуалированно, что у Невара не получится построить свою судьбу так, как он планировал. Очень многое пойдет не так. И можно сказать, что он разделится надвое. И одна его часть будет требовать одного, а другая совершенно другого. Вообще вся эта книга, весь цикл – это просто прекрасная, на мой взгляд, метафора на взросление, на поиск себя, на выбор пути. И все эти вещи, они с одной стороны очевидны, с другой стороны они достаточно завуалированы. И местами просто в каких-то диалогах, в каких-то моментах самокопания главного героя можно столько накопать и того, что автор тщательно запрятал, и того, что автор, возможно, вовсе не имел в виду. Местами больно, местами радостно, местами прекрасно, местами, опять же, повторюсь, скучно. Этот цикл максимально не про развлечение, максимально не про экшен, не про динамику и даже не особо про сюжет. И, честно говоря, в этой книге, конечно, есть некоторые минусы, которые вижу я. Это и минусы, относящиеся к сюжету. Автор вроде бы номинально соединила все ниточки, ответила на все вопросы, но, как иногда бывает с такими большими и продуманными сюжетными произведениями, в конце у тебя остается вопрос в духе «туда мы шли три фильма, а обратно полетели на орлах» или что-нибудь в этом роде. В общем, кажется, что где-то автор слишком переусложнил путь своего героя или какие-то поиски ответов на какие-то определенные вопросы. То есть кажется уже после прочтения всей истории, что где-то все можно было решить намного-намного проще, просто по щелчку пальцев, и не нужно было так усложнять. Но для меня это вообще не портит историю, потому что я ее просто прожила, продышала, прочувствовала. Для меня этот персонаж стал одним из самых любимых. Невероятно зауважала Робин Хоп за то, что она отходит абсолютно от всех канонов фэнтези и вот делает ровно то, что ей хочется сделать в этой книге. Насколько это взрослое, какое-то самодостаточное, уникальное, ни на что не похожее фэнтези. Я не буду его рекомендовать всем и каждому, потому что уже видела немало негативных отзывов, и я прекрасно понимаю, что для многих здесь будет просто уныло. Если вам не понравилась первая сага о Фице и Шуте, то с большой вероятностью эта книга вам не понравится тоже. Если вам казалось, что там ничего не происходит, и Фиц только и делает, что ноет, то здесь намного меньше событий и намного больше самокопания. Хотя, как мне кажется, вот здесь у героя в том числе и намного больше поводов, намного больше настоящих причин унывать, страдать. Если помните, на первых обложках были изображены виверны, драконы, какие-то там лесные змеи. Так вот, магии в этом цикле очень мало на самом деле. Магия здесь совершенно особенная. Магия — это какая-то огромная сила, которой люди не управляют на самом деле. Они становятся лишь проводниками ее желания. Магия полностью переписывает их жизнь, их судьбы для того, чтобы добиться того, чего она хочет. А хочет она по большому счету выжить, и чтобы носители магии тоже выжили. Здесь нет каких-то сумасшедших волшебных существ. Тех же виверны, драконов вы здесь вовсе не встретите. Здесь нет какой-то яркой спецэффектной магии вроде фаерболов или там, не знаю, дождей из лягушек, ничего подобного. Магия здесь — это скорее какие-то рычаги, какие-то поворотные моменты в судьбе. Ну и еще одно проявление магии, которое является частью культуры и религии спеков, это то, что после смерти они объединяются с деревьями. То есть душа спека продолжает жить в дереве. И вокруг этих священных деревьев также будут назревать конфликты с людьми из Гернии. В большей части цикла главный герой будет взаимодействовать с природой. Он будет находиться в лесу, он будет искать себе пропитание, он будет охотиться, он будет общаться с этими самыми спеками. Также значительная часть книги — это его общение с друзьями и близкими людьми. Вот эти близкие связи, они здесь тоже так прекрасно прописаны. Вот это любовь к людям, как к родственникам, которые от тебя могут отказаться, которые могут причинить тебе много боли, но ты все равно продолжаешь их любить. Также это любовь к своим друзьям, которых ты встретил в определенный момент жизни, и они потом поддерживают тебя дальше и, возможно, становятся даже более близкими тебе людьми, чем родственники. И читая, ты переживаешь не только за главного героя, но и за всех людей, которые ему дороги. И да, действительно, цикл называется «Сын солдата», и в первой книге события происходят в основном в военной академии, но не думайте, что это вот такое военное
военное фэнтези для мальчишек, что здесь очень много сражений, каких-то подробных описаний битв, да их здесь вообще, по-моему, нет, может быть, практически нет. Во всяком случае, я их даже не запомнила. А здесь эта академия нужна именно как бэкграунд для, опять же, взаимоотношений, для каких-то политических интриг. В общем, позволю себе сказать, что первая книга о обучении главного героя военной академии — это скорее такая более взрослая версия Хогвартса, только без магии, с военным ремеслом, но все те же конфликты между учениками, между учителями, какие-то политические интриги вокруг закручиваются, вот это все присутствует. Да, признаюсь честно, книга медленная, спокойная, неспешная, динамики минимум, местами будет казаться, что затянутая, кое-что, как мне кажется, можно было бы подсократить процентов на 5-10, потому что некоторые мысли и диалоги повторяются из раза в раз и уже начинают утомлять, есть такое, но все равно финальный эффект от прочитанной истории, он настолько наполняющий. В общем, когда я дочитала эту книгу, мне совершенно не хотелось браться за что-нибудь еще. Хотелось просто сделать перерыв, отдохнуть, поносить эту историю еще подольше как-то внутри себя. Так что очень сильно рекомендую эту историю тем, кто фэнтези не ищет в первую очередь рубилово, большого количества событий на каждой странице. Если вам неспешное фэнтези нравится, то обязательно попробуйте. Следующая книга, о которой хочу вам рассказать, называется «Детский альбом», автор Елена Катишонок. Книга от издательства «Время», очень классно издана, небольшого объема, и у меня это первое знакомство с Еленой Катишонок, хотя уже много хорошего слышала об этом авторе и планирую еще одну-две книги у нее обязательно прочитать. Это довольно нестандартное произведение, необычное, и здесь автор буквально с первых страниц ловит читателя на крючок. Начинается все с того, что Елена Катишонок в предисловии рассказывает вам. Якобы как-то раз она попала в Америке на гаражную распродажу. Очень красочно, колоритно описана эта распродажа, так что буквально с первых же абзацев я поняла, что книга мне нужна. Все вот эти моменты, как мужчины, держась за заборчик, примеряют чужую обувь, как женщины рассматривают, там, не помню, кастрюли, сковородки, и как где-то на задворках, в самой дальней части сада будет стоять печатная продукция. Книги, журналы, и именно там среди книг Елена Катишонок находит старые потрепанные тетрадки, исписанные на русском языке. Она покупает их, и якобы именно эти старые потрепанные тетрадки, которые когда-то давно, в советские времена, во времена жесткого дефицита, вела некая Ирина Лыкшина, в которых она рассказывала о своих детях, о муже, о семье, немножко о работе. Именно эти тетрадки были изданы под обложкой. В своем не авторском, даже а редакторском предисловии Елена Катишонок дает понять, что они не смогли связаться, не смогли найти эту женщину и надеются, что, возможно, после того, как книга будет издана, женщина или кто-то из ее родственников смогут выйти на связь. И вот это предисловие, оно настолько правдоподобно, настолько достоверно написано, что когда я его читала, вот примерно до середины, я даже верила в то, что я читаю. То есть у меня было полное ощущение, что действительно редактор вот этой книги, Елена Катишонок, общается со мной, и дальше действительно будет чей-то чужой текст. Конечно, примерно в середине этого предисловия я себя одернула, вернула на землю, заглянула на первые страницы книги. Это роман, и автор здесь Елена Катишонок. Да и, в принципе, конечно, все понятно, что если бы это были действительно тетради, то и подача у книги была бы совершенно другая, и реклама вокруг нее была бы другая. Кроме того, еще до редакторского предисловия у нас здесь есть цитата из повести Белкина от Александра Сергеевича Пушкина, где Пушкин, в общем-то, проворачивает примерно то же самое. То есть все подсказочки для того, чтобы понимать, что это все-таки роман, написанный в форме дневников, они у читателя есть. К чему такое длинное предисловие? К тому, что после дочитывания этой книги я залезла на LifeLib почитать отзывы, и я очень сильно удивилась тому, что даже не один человек, а несколько так и не поняли, прочитав книгу до конца, что это художественное произведение, что это роман, а не настоящие записки. Настолько они живые, настолько они наполнены бытом и чем-то душевным, чем-то настоящим. Это очень сильно похоже, повторюсь уже не в первый раз, на ЖЖ времен Советского Союза. Действительно, здесь есть и забавные истории, которые хочется рассказать всем подряд, родственникам, друзьям. Когда ребенок сморозил какую-то очень смешную глупость, когда в детском саду произошла какая-то любопытная история. Здесь есть более грустные какие-то истории, опять же, связанные с тем, как сложно было добыть детям элементарно подарки на Новый год. И приходилось вместо того, чтобы подарить детям, любимейшим детям, подарить что-то, что их очень сильно порадует, что-то, о чем они мечтали, приходилось из открыток, купленных в комиссионке, быстренько
творить какую-то книжку, якобы от Деда Мороза, писать свои пожелания, свои сказки в ней, потому что это был единственный вообще вариант, чтобы хоть что-то детям под елку положить. Вот такие вот моменты есть. Они, с одной стороны, горькие, с другой стороны, очень душевные и теплые. Видно, насколько жить было непросто, и видно, насколько человек, да и не только Ирина Лакшина, но и все ее окружение, насколько они при этом не унывали. Конечно, это очень сложно назвать романом, но это возможность заглянуть в какой-то другой мир, в какую-то чужую жизнь. Ради этого мы во многом и читаем художественную литературу, прожить чужие жизни, побыть в шкуре других людей. Здесь вот это ощущение, вот этот перенос в чужую жизнь, он стопроцентный. И при этом нет какого-то неловкого чувства подглядывания за чужими жизнями. Потому что здесь подобраны такие истории, о которых не стыдно рассказать. Они не слишком личные. Мы здесь не копаемся ни разу в каком-то грязном белье. Да? Здесь есть какие-то грустные переживания главной героини. Но они такие, которыми, возможно, и хочется иногда поделиться человеком в поезде, да, случайным прохожим. То есть нет никакой неловкости от чтения вот этого дневника. Если вы когда-либо читали настоящие дневники, то вы наверняка понимаете, о какой неловкости я говорю. Вот эта книга — это просто заряд какой-то теплоты, жизнелюбия, чего-то очень доброго и хорошего. Насколько она будет для вас именно интересной, сложно судить, потому что, опять же, вот именно сюжета здесь практически нет. Это небольшие зарисовочки. Иногда это какие-то записки на полях, просто списки продуктов, которые надо купить. Или это и вовсе может быть детский рисунок, который Ирина Лакшина вклеила в свою тетрадку на память. И нет, прочитав ее через полгода, вы не вспомните сюжет. Но это приятный опыт. И, возможно, даже захочется когда-нибудь вернуться и перечитать. Так что тоже книгу рекомендую, ну и с автором я, конечно, буду продолжать свое знакомство. Следующая книга — это роман Жана Батиста Андреа, который называется «100 миллионов лет и один день». Да, пока весь BookTube активно читает книги с осенней атмосферой, я, конечно, тоже это делаю, но тем не менее я забегаю вперед и начинаю читать уже что-то такое гораздо более холодное. Как вы могли бы догадаться по обложке, события здесь происходят на горном леднике, и большую часть этой книги нам с вами очень холодно. Главный герой этой книги — Станислав, палеонтолог, который просиживает штаны уже много лет в подвале Парижского университета. Он профессор, у него даже есть подчиненный помощник. Но чем он занимается, честно говоря, до конца так и непонятно. И, как здесь написано на обложке, от тоски его спасает только отличное чувство юмора. Кстати, полностью согласна, чувство юмора прекрасное, не без иронии, но в основном все-таки это довольно-таки добрый и теплый юмор. На ледник нашего главного героя приводит череда случайностей и совпадений. Он узнает, скажем так, некую байку, старую историю о том, что в определенных горах где-то, он точно даже не знает где, спрятан динозавр в пещере, дожидается. Возможно, дожидается именно его. Да, чуть не забыла важное замечание. События в этой книге происходят в начале, в середине 20 века. Еще есть возможность сделать какое-то большое открытие, особенно если ты сможешь найти хорошо сохранившийся скелет крупного и особенно интересного для палеонтологии динозавра. Станислав, имея, по сути, лишь синицу в руке или даже иллюзию синицы в руке, решает во что бы то ни стало найти этого динозавра, отыскать эти горы, эту пещеру. Цели у него довольно-таки честолюбивые. Он хочет получить всеобщее признание, он хочет хорошую квартиру с лепниной на потолке. Но видно, что человек, он не настолько зацикленный на материальных вещах. И почему такие вещи сильно его заботят, мы с вами будем постепенно узнавать на протяжении этого совсем небольшого романа. На ледник он отправляется не один. Помимо провожатого, также к нему присоединяется несколько других ученых. И они проводят на леднике довольно много времени в поисках этого динозавра. Найдут они его или не найдут, чем эта история закончится для каждого из них. Это, конечно, абсолютные спойлеры, о которых мы с вами говорить не будем. Что хочу сказать о книге в целом. На 50% эта книга эмоциональное потрясение. Это книга небольшой эмоциональный взрыв. На остальные 50% это книга атмосфера. Без особой романтизации роман показывает вот этот отдельный мир, отдельную экосистему холодных гор. Те игры, в которые они играют с людьми, рискнувшими забраться наверх. Все опасности, которые они таят. Это очень холодная, очень сложная, жестокая, неприветливая книга. Эта книга — тот редкий случай, когда, прочитав ее, я твердо решила, что не хочу знакомиться с чужими отзывами на LifeLib. Обычно мне все-таки интересно, кто понял произведение так же, как я, кто отметил те же плюсы, те же минусы. Мне всегда любопытно. Я люблю вообще посмотреть на то, как другие люди смотрят на мои любимые или нелюбимые работы.
И вот здесь мне просто не хочется видеть ни одного негативного отзыва, потому что для меня это такая маленькая любовь. Книга написана безумно красиво, у автора просто замечательнейший язык. Это немножечко, немножечко похоже на Рэя Брэдбери, тем, как автор подбирает определенные слова, тем, как он буквально в двух фразах может вас перенести не просто в какую-то локацию, вы действительно будете чувствовать то, что чувствует герой, вы действительно будете восторгаться тем, чем он восторгается. В общем, по образности, по красоте слова, это Брэдбери плюс даже, я бы сказала, потому что все-таки наполненности именно душевной и содержательной для меня здесь было, наверное, даже больше. Но не особо ориентируясь, не разбираясь в том, как все устроено изнутри в этом мире большого альпинизма или малого альпинизма, в мире палеонтологии и так далее, мне, честно говоря, не хочется копать, насколько эта книга правдоподобна в каких-то моментах. Но и опять же, не забываем делать поправку на то, что здесь описываются события середины 20 века. Но тем не менее, мне не хочется видеть чьих-то душных отзывов и уточнений по поводу того, что что-нибудь здесь было не так. Мне почему-то кажется, что наверняка такие отзывы на Лайфлибе есть, и я не хочу ничего об этом знать. Наверное, на эту книгу я больше смотрю как на притчу, но написанную не таким вот назидательным притчевым языком, а написанную языком совершенно шикарной, современной, крепкой, прекрасной литературы. И отдельным пунктиком также хочу отметить вот эту невероятную любовь к своему делу, когда человек чем-то просто горит. Я обожаю читать книги об увлеченных людях, которые могут тебе о какой-нибудь Фасилии рассказать так, что ты сам начинаешь верить, что вот да, именно она, эта Фасилия, самое лучшее, что когда-либо существовало на Земле. Очень мне хочется для вас хоть что-нибудь зачитать из этой книги, но я уже столько раз это делала и на Бусти, и, по-моему, в покупках, когда я ее показывала, тоже что-то вам зачитывала, поэтому сейчас зачитаю совсем маленький кусочек, возможно, не самый показательный, потому что это та книга, которую хочется зачитывать не отдельными предложениями и фразами, а просто от начала и до конца. Вот серьезно, если бы мне надо было выбрать какую-нибудь одну книгу, которую я бы хотела прочитать вслух, начитать ее в аудиоверсии целиком, я бы точно выбрала эту. Ну, во-первых, короткая, во-вторых, настолько концентрированно прекрасная. Так вот, всего лишь один маленький абзац. На дворе 1908 год. Наш главный герой еще маленький мальчик, первоклассник. Он возвращается домой из школы после ссоры с учительницей. У них вышло большое недопонимание, и он, прямо скажем, зол. «Я схватил молоток. Идеальный инструмент для решения кучи проблем. Сподручней всего было применять его подальше от дома. И я пошел напрямик сквозь пышные гряды салата, пока на соседском поле не уперся в здоровый камень. Я мысленно наложил на него лицо мадмуазель Тьер. Раз, два, три, и нанес по нему карающий удар. Камень раскололся сразу, словно только притворялся целым. Из его глубин, удивляясь не менее моего, выглянул мой трилобит и прямо мне в душу. Ему было 300 миллионов лет, мне 6. Хорошая книга, очень такая тоже уникальная, запоминающаяся, которую вы прочитаете за один вечер, скорее всего, может быть, за два, и которую вы наверняка потом долго будете бережно хранить в памяти. Так что обратите внимание обязательно. Ну, а я вам наверняка еще о ней несколько раз расскажу в каких-нибудь подборках, и вполне возможно, в лучшие годы она тоже войдет, потому что очень тронула. Друзья, у меня тут осталось два тома Блэксэда и чудесная книга от японского автора под названием «Нара». Мне хочется с вами сначала поговорить о Блэксэде, потому что на Нару отзыв будет со спойлерами в том числе. Сначала без спойлеров, потом со спойлерами. И вот отзывы со спойлерами я всегда буду оставлять на конец ролика, чтобы тем, кто не хочет эти спойлеры слушать, не надо было ничего проматывать. Так вот, давайте сначала о Блэксэде. У меня здесь, как видите, третий и четвертый тома. Я хочу поговорить с вами о Блэксэде в целом и о третьем и четвертом томе в частности. Начнем с того, что Блэксэд — это совершенно чудесная вещь, как по своей задумке, так и по воплощению. Это такая лютая классная смесь из Зверополиса или Зоотопии и детективного нуарного жанра. То есть у нас здесь все довольно мрачное, довольно такое тягучее. Здесь вот эти всякие людские пороки, которые в данном случае пороки животных, абсолютно чудесно угаданные автором характеры. То есть каждого персонажа он рисует в виде какого-то животного и насколько сильно соответствует вид этого животного всем душевным качествам персонажа. Чудесный текст, продуманные диалоги, продуманная раскадровка, продуманная цветовая гамма, продумано до мельчайших подробностей просто все.
И особенно понятно вам это станет, когда вы прочитаете именно третий том, вот этот желтенький. Он довольно толстенький, но здесь на самом деле половина тома – это именно что дополнительные материалы. Здесь авторы комикса показывают, как они над ним работали, как они выбирали из нескольких цветовых схем. Показывают 4 цветовых решения, и человеку, который в колористике ничего не понимает, они, в принципе, могут показаться даже абсолютно одинаковыми, настолько минимальные различия, но для авторов это было важно. Поэтому для каждого разворота была проделана огромная работа, и всегда это был выбор из большого количества вариантов. Знакомясь со всеми этими дополнительными материалами, я постоянно ловила себя на том, что более дотошных авторов я, наверное, не знаю. Кто у нас там? Вроде бы Флобер каждую свою строчку шлифовал, менял слова местами до бесконечности, там все вот эти нюансы выверял. Вот здесь такое ощущение, что авторы в направлении комиксов делают то же самое. Ты находишь не только много всяких красивостей, ты находишь интересные задумки, интересные отсылки, ты можешь заметить персонажей, которых ты пропустишь, если будешь быстро скользить по страницам. Именно поэтому Black Shadow, начиная с первого тома и заканчивая четвертым, последним на сегодняшний день, я читала вместе с мужем. То есть мы читали одновременно, и после того, как досматривали, дочитывали разворот, мы начинали уже приглядываться к деталям, что-то обсуждать, указывать друг другу на какие-то моменты, которые мы могли пропустить. И местами, вот интересный момент, где-то я, а где-то он упускали целые маленькие отсылочки или смыслы. То есть, если бы я читала этот комикс одна, или он бы читал его один, мы бы действительно кое-что просто оставили для себя за кадром. Это очень классно, это очень интересный опыт такого вот совместного чтения. Что касается именно сюжета третьего тома комиксов, то, на мой взгляд, он намного попроще, чем первые два. Здесь уже нет такого вау-эффекта от социальной направленности истории. Например, во втором томе, насколько я помню, была тема фашизма. И очень интересно было обыграно то, что вот в мире Black Shadow есть белые животные, черные животные, цветные животные, да, очень здорово, и сам Black Shadow, как вы понимаете, он тоже черный, у него есть какие-то свои обидки, кстати, эта тема всплывает и в третьем томе тоже, я действительно хохотала вслух над этим моментом, но в целом история здесь намного-намного проще, это даже не тянет на детектив, потому что мы, зрители, читатели, сразу знаем, кто убийца, кто злодей, и не боимся его когтей, простите меня, пожалуйста. Здесь мы вместе с Black Shadow скорее попадаем в такое авантюрное приключение, гоняемся за негодяями, пытаемся как-то поймать виновных, пытаемся защитить невиновных. С нашей блэксэдовской точки зрения невиновных, потому что тоже мораль здесь не вот эта вот уже набившая оскомину американская про хороших копов, которые всегда на стороне закона. И вне зависимости от бэкграунда истории, вне зависимости от обстоятельств, всегда есть вот закон, и закон это единственный ориентир. Ну, у Black Shadow все немножко по-другому. Если говорить о бэкграунде, о том, что мы увидим здесь под этой обложкой, то, во-первых, это, конечно же, Black Shadow сам своей персоной, растекающей по желтым полям на желтой прекрасной машине. Я, к сожалению, в машинах ничего не понимаю, но наверняка это какая-нибудь эксклюзивная и очень важная для ценителей модель. И также у нас здесь есть мир цирка со всеми клоунами, акробатами и так далее. Опять же, все они здесь в виде животных. Тоже очень интересная такая внутряночка. Вкусно, но маловато. Всего лишь несколько разворотов цирку были посвящены. Я вообще не любитель цирка, но тут было интересно. В четвертом же томе Black Shadow нас с вами ждет, с одной стороны, уже знакомый по первым томам мир большого бизнеса, мир политики. Здесь планируется строительство самого большого в Нью-Йорке моста. Этому строительству, в свою очередь, противостоят транспортные профсоюзы, и председателю одному из них грозит опасность. Здесь на сцену выходит Black Shadow. Он будет пытаться защитить этого председателя. Но также в этой книге есть еще одна очень классная, лично для меня любимейшая тема. Это тема театра, причем такого самого классического, в самом таком чудесном понимании. Здесь ставят пьесы Шекспира. И опять же, аллигатор в роли Калибана, аист в роли Ариэля. Это настолько выносит мозг, но настолько классно. Я просто в огромном восторге от того, как авторам удается вот настолько классно совместить какие-то совершенно несовместимые вещи. История сама по себе довольно простая, опять же, и в данном случае она незаконченная. То есть сейчас Black Shadow стали издавать такими небольшими частями. Если в случае с первыми томами мы имели всю историю целиком, то здесь у нас как будто бы первая глава из 2-3. Кроме того, можно сказать, что этот том и вовсе заканчивается таким небольшим клиффхенгером. Я однозначно буду ждать и собирать следующие тома Black Shadow, и также однозначно, когда выйдет следующая часть, мне придется перечитать эту. Но здесь и чтение это всего на час, максимум полтора, так что ничего страшного, с удовольствием еще раз посмакую эту историю, поразглядываю картинки. В общем, если вы не любите графические романы, если комиксы вас никак не интересуют, то, возможно, стоит присмотреться к Black Shadow, потому что это что-то совершенно другое.
с одной стороны, такой мрачный преступный мир, с другой стороны, милейшие котики. Какую бы моську Блэксет ни корчила, это всегда супер умилительно. Да, это такое настоящее произведение искусства в мире комиксов. Так что не пропустите, обязательно ознакомьтесь. Последняя книга, о которой я вам сегодня расскажу, прежде чем передать слово Диночке, это произведение Хирока Ямады, которое называется «Нора». Я думаю, что это даже не роман, а скорее повесть. Здесь всего 128 страниц. Книга действительно читается за вечер, ну или за два. И эта книга, рассчитанная на максимально узкую аудиторию. Сразу с порога скажу, что чтобы взять эту книгу в руки, вам точно должна нравиться азиатская литература. Ну или вы хотите, чтобы она вам понравилась, и вы максимально готовы оставить все земное, все, что вам близко, понятно и привычно, и вот ворваться в совершенно чуждый, не чужой даже, а вот именно чуждый нашей культуре мир и принять его. Я думаю, что для человека, совершенно незнакомого с японской культурой и не желающего копаться в символизме, не желающего хоть как-то краем глаза заглядывать в японскую мифологию, эта книга окажется чем-то под названием «Что это было вообще?». На самом деле здорово, что в книге есть небольшое послесловие то ли от редактора, то ли от переводчика, из которого мы узнаем чуть больше об изначальном задумки автора. Она вдохновлялась схожими текстами, в которых всегда остается вот эта открытая дверь, и читатель должен сам что-то додумать. Причем простора оставлено столько, что думать можно в разные стороны, какие-то вещи более однозначные, можно поспорить, можно отставить свою точку зрения и быть уверенным, что ты прав в понимании всего происходящего, какие-то вещи совершенно эфемерны. Давайте немножко о сюжете, потому что много о сюжете и не расскажешь, тут куда ни плюнь, везде спойлеры. Молодая японская семья переезжает из Токио в какую-то другую префектуру, поближе к новой работе мужа. Рассказ здесь ведется со стороны молодой женщины, а переезжают они, получается, к ее свекрови и свекру, то есть к родителям мужа. Жить они будут с ними на одном участке, но в другом, в соседнем, отдельно стоящем доме. Как здесь написано на обложке, я не могу это не зацитировать, потому что, когда я читала эту аннотацию в первый раз, она вызвала у меня недоумение. Когда я ее читаю сейчас, уже прочитав книгу, я понимаю, что она очень правильная. Представьте себе смесь прозы Льюиса Кэрролла, фильмов Дэвида Линча и аниме Миядзаки. А теперь забудьте, вас ждет совсем иное. И все это здесь действительно есть. И вот насколько оно вам ничего не говорит, пока вы книгу еще не прочитали, вот настолько вы с этим согласны, когда книга уже позади. Обосновавшись на новом месте, наша главная героиня, молодая женщина, большую часть времени находится одна, потому что муж рано утром уезжает на работу, возвращается поздно вечером. Со свекровью и свекром у нее не настолько близкие отношения, чтобы постоянно с ними сидеть чаевничать, так что она предоставлена самой себе. И детей у них тоже нет. Так что она пытается заниматься какой-то работой по дому, гуляет по этой маленькой деревушке. И чем дольше она находится в этой деревеньке, тем больше каких-то странностей она подмечает, пытается их как-то для себя объяснить, но не всегда может. И тем больше мурашки бегают по читательским рукам и плечам. Во всяком случае, я покрывалась огромными мурашками от этой книги. Она не то чтобы страшная и пугающая на самом деле, но вот это ощущение недосказанности, вот это ощущение приоткрытой двери, оно действительно пробивает на какие-то переживания. Это очень необычная история. С одной стороны, действительно в духе Линча, что все это было. С другой стороны, вот овеянная вот этим духом японской культуры, если вы смотрели такое классическое аниме, медленное, спокойное, может быть, что-то из Миядзаки, если вам все это близко, то вот эта книга тоже будет в вас отзываться. Но если эту книгу просто прочитать залпом за вечерок, как просто какую-то прикольную художку, какую-то аутентичную литературу необычную, если ее проглотить и забыть, то эта книга действительно вызывает множество вопросов и не дает никаких ответов. Если же сесть, попытаться все разложить по полочкам, начинать копать дальше, изучать японскую мифологию, пытаться натягивать сову на глобус местами, то открывается много новых пластов и интересных смыслов. На чтение этой книги у вас уйдет на сколько? Часа 2-3, не больше. И вот столько же, около 3 часов, мы с Машей потом обсуждали эту книгу в нашем телеграм-чатике. Я очень сильно сомневаюсь, что среди моих зрителей многие прочитали это небольшое произведение, но тем не менее сегодня я открою обсуждение в телеграм-канале. Если вдруг появится желающие обсудить, я буду очень рада. Давайте сейчас перейдем к спойлерной части. Расскажу вам о некоторых моментах, до которых мы с Машей докопали. Некоторые из них, как мне кажется, совершенно очевидны и однозначны. Другие — это уже просто наши додумки, и не факт, что автор закладывала именно это. Так что сейчас буду вести разговор с теми, кто книгу уже читал. До чего мы с Машей дошли? В первую очередь, совершенно очевидно,
вещи, которые, как мне кажется, не обсуждаются, это факт. В этой деревне мертвы не все, в этой деревне живут обычные нормальные люди, но также здесь появляются призраки. Норы, которые фигурируют на страницах этой книги, причем в самом буквальном смысле, да, видели эти норы, это как раз-таки и есть такие проводники для душ из мира загробного в мир наш. Опять же, здесь, чтобы понимать какой-то контекст, нужно иметь такие небольшие какие-то представления общие о буддизме, о том, что изначально Йоми, мир мертвых, у них был близок к скандинавскому или к греческому, такое хранилище мертвых душ, из которого души могли возвращаться. Позже также появился Дзигоку, уже настоящий ад, куда попадали, как я понимаю, души грешников. И люди, которые остаются на земле, они не знают, куда именно отправляется душа их близкого человека. То есть это вот тоже важно для понимания. Интересна здесь фигура брата, мужа, главной героини. Да, мы с Машей сошлись на том, что это привидение. Я причем более чем уверена, что это привидение не покидало мир живых и не отправлялось ни в Йоми, ни в Дзигоку, никуда. И именно поэтому оно так сильно панически боится всех вот этих вот нор, потому что, опускаясь в нору, он попадет куда-то дальше. А куда именно он попадет, он не знает. Но мы точно знаем по некоторым намекам, что в его прошлом все было нечисто, что семья с ним натерпелась всякого. Я подозреваю, что речь здесь идет либо о самоубийстве, либо, возможно, он умер от употребления наркотиков или состоял в какой-нибудь бандитской группировке, его там убили. В общем-то, подробности и не важны, они здесь остаются, опять же, за этой открытой дверью, за кадром. Но мы знаем, что у главного героя была жизнь такая неправедная, и поэтому он боится идти в эту нору, он боится того, что его там ждет. Также у нас есть вот эта фигура дедушки, которая, опять же, безумно пугает. И на протяжении большей части книги кажется, что дедушка тоже один из призраков. Но совершенно однозначно все-таки становится понятно, что он был живым в тот момент, когда он, ну да, умирает. Кроме того, здесь важна и символика цвета, да. Брат мужа главной героини носит белое, белый – это цвет смерти, и именно таким образом, опять же, автор нам намекает на то, что он мертв. Причем периодически вот этот белый цвет его рубашки даже начинает сиять, что, опять же, нас отсылает к привидениям. Дедушка же, в свою очередь, уже очень стар, он немножко не в себе, и мне кажется, он находится вот на этом пограничном каком-то состоянии, когда он уже очень близок к вот этому миру после жизни, поэтому он видит духов. Возможно, вы помните этот момент, когда брат мужа проходит мимо деда, и тот его явно видит, при том, что на живых людей он не всегда обращает пристальное внимание. Почему брат мужа все-таки исчезает в конце книги, уходит с этого насиженного места в сарае? У меня сложилось такое впечатление, что он именно что сопровождает дедушку. Почему вообще норы открывались именно в это время? Вы наверняка обратили внимание, что упоминался День мертвых, который там в радиусе должен происходить. И все вот эти дети, которые играли в поле, прятались в норах, это опять же души мертвых детей, которые вернулись ненадолго. Почему главная героиня видит духов и видит эти норы? У нас с Машей сложилось впечатление, что, видимо, по женской линии в семьях в этом городе есть некая обязанность. Это уже наши такие домыслы, чуть более натягивающие сову на глобус, уже не настолько очевидные и однозначные, но тем не менее. Если помните, там была очень интересная тема с тем, что женщины в этой семье перенимают черты лица друг друга, даже не являясь друг другу роднёй. То есть наша главная героиня не родственница этой семье, но войдя в семью, выйдя замуж, она постепенно обнаруживает у себя, ой, такой пугающий момент в духе Лавкрафта, обнаруживает у себя вот эти черты лица свекрови. А свекровь ее, как две капли воды, была похожа на предыдущую женщину в этом роде, с которой она тоже не состояла именно что в кровном родстве. У нас с Машей сложилось впечатление, что это какая-то обязанность, возможно, это какая-то жрица или что-то вроде этого, которая приглядывает за миром мертвых, за вернувшимися душами. Она имеет представление обо всем происходящем, она знает об этих норах. И соседка, которая приходит на помощь нашей героине в начале произведения, которая вытаскивает ее из норы, которая одета, опять же, там в белое и красное, весь вот этот символизм, она, судя по всему, является вот такой же женщиной, тоже вот этой жрицей или знающей, как ее, как хотите называйте, только в другой семье. Еще интересный момент, связанный с имбирем, который она приносит нашей главной героине. Имбирь, который не нравится ее мужу, имбирь, который не нравится мужу главной героини, но при этом нравится им. Это какой-то очень
очень необычный имбирь, очень непохожий на тот, к которому все привыкли. Опять же, у нас здесь с Машей подкралось подозрение, что имбирь здесь не просто так, возможно, он что-то в японской культуре символизирует, но это что-то не настолько явное, не настолько попсовое, так что до нашего Рунета это не добралось. Так что мы никакого символизма имбиря, именно вот этого японского имбиря определенного, мы нагуглить, к сожалению, не смогли. Но у меня есть подозрение, что вот это поедание имбиря, это тоже какая-то инициация, тоже какое-то посвящение, тоже какое-то вот принятие вот этой должности. Ну или, возможно, еще одна вполне допустимая трактовка. Имбирь — это своеобразный такой амулет, защита вот этих душ, которые проникают в мир живых. Что еще интересно, это, конечно, фигура черного животного непонятного. И вот здесь с Машей мы очень долго копали японский фольклор, и, ребята, это было прекрасно. Кого там только нет. Вот насколько я, казалось бы, уже и так знала о том, что в Японии очень много всяких классных существ, необычных, нетипичных. Но вот буквально пара примеров. Намэ Онна в японской мифологии — странная женщина, которая любила облизывать своих любовников. Или Окабуро. Согласно японским поверьям, юкай-трансвестит, принимающий образ крупногабаритной девочки-прислуги в публичных домах. Или мое самое любимое — Бакэдзори. Старый сандаль, за которым плохо ухаживают. Бегает по дому и распевает глупые песенки. Вот насколько японцы безумны, настолько же они и прекрасны. И это просто во всем, что они делают. Но я это к чему? Я к тому, что мы с Машей перебрали огромное количество вот этого японского фольклора, но так и не смогли точно однозначно разобраться, что же это был за черный зверь. Есть вероятность, что это может быть кома-ину, это что-то среднее между собакой и львом. И кома-ину обычно в паре защищают какое-то священное место от проникновения нечестивцев и душ неугодных, опять же. Но это уже из разряда того, что мы копали-копали и до чего-то докопали. На самом деле, возможно, это просто какое-то нонейм, черное существо. Вы сами знаете, что у японцев вот этих всяких разных йокаев и бакемоно их настолько-настолько много, что у каждой префектуры там 200 штук своих. Его роль в этой истории тоже для меня осталась не совсем понятной. Ну, с художественной точки зрения это понятно. Тут сгустить краски, да, добавить такого огонька или холодка по спине. А с точки зрения его присутствие в этой истории, какую роль он выполняет. То есть, либо это какой-то действительно дух-защитник, либо, возможно, все не так однозначно, возможно, это все-таки что-то страшное и опасное. У меня появилось подозрение, что черное существо — это своеобразный проводник душ. В общем, много вопросов все еще остается. Все наши с Машей, уж абсолютно все безумные идеи я тоже озвучивать не стала, потому что, повторяюсь, мы обсуждали 3 часа. У нас было очень много разных вариаций, разных мыслей на тему того, на что автор опиралась с точки зрения фольклора и что вообще она хотела показать. Вне зависимости от того, насколько точно мы попали в авторский замысел в каждом конкретном моменте или, возможно, мы нагородили намного больше своего, это был очень классный опыт. Это замечательнейший опыт, и если у этого автора что-нибудь еще на русском выйдет, я обязательно прочитаю. И вообще такая литература, она, конечно, прекрасна именно для обсуждения, именно для копания. Если вы книгу уже читали, то я, конечно, очень жду вас в Телеграме в обсуждении. Я думаю, что и Маша тоже к нам присоединится. Выкладывайте свои гениальные, безумные идеи по поводу этой книги, к чему вы пришли, как вы поняли то, что здесь происходит, что вы не поняли. В общем, рассказывайте все, что есть. Мы, может быть, тоже какие-то еще свои идеи вспомним, потому что обсуждали мы эту книгу уже пару недель назад, что-то уже и забылось. Так что да, будем рады обсудить, и на этом я сегодня вас переключаю на Диночку. Большое вам спасибо за любую поддержку, за лайки, комментарии, за подписки, конечно, тоже. Ну и от меня всем пока. Всем привет! Меня зовут Дина, и у меня вчера был день рождения, поэтому я такая нарядная. Вот тут есть красивые шарики. Но сейчас речь пойдет не о них. Первая книга у нас про книги. Звучит немного безумно, но это правда. Такая вот маленькая книжка, она рассказывает о том, как появились книги и как менялись эти книги. Сначала не было книг, сначала просто рассказывали истории по памяти. В древнем Египте изобрели папирус. Его делали из тростника и сворачивали в свитки. Потом появился пергамент. Его делали из шкуры телят и других животных. Из пергамента уже делали настоящие книги. Но это было очень дорого и долго. Тогда еще не придумали, как печатать книги, и поэтому была профессия писец. И поэтому каждую книгу делали очень долго. У нас не сразу была изобретена бумага. И сначала нас писали на березовой коре. Она называется береста. А потом в Германии изобрели печатные станки. Ой.
мы забыли про японцев. Подожди, в Японии разве не в Китае? В Китае. Потом в Китае наконец-то изобрели бумагу, которую мы уже привыкли видеть. А в Германии изобрели печатный станок и открыли типографию. Еще я знал, кто работает над книгой, из чего книга состоит. Мне эта книжка очень нравится, она такая красивая. Эту книгу я рекомендую тем детям, которым нравится изучать, запоминать, узнавать новое и разглядывать картинки, потому что тут картинки такие яркие и интересные. Вот такая вот книга, называется «Самые смелые животные». Прям, она мне так понравилась. Эта книжка как будто состоит из 5 интересных книжек и рассказывает про разных животных. Звери называют кто они. Я скунс, я тигр, я акула, я еж, я крокодил. Эта книжка очень яркая, в ней очень много ярких картинок. Они все очень разные, потому что их рисовали разные художники. У ежа реалистичные картинки, у крокодила из пластилина, у тигра тоже реалистичные. У акулы каракулы мультяшные, а с курицы такие, которые вы часто видите в книжках. Истории про животных написали разные известные люди. Писатели, актеры, даже директор зоопарка. Было интересно читать про акулу и про скунса. А еще история про скунса была очень веселая, потому что скунс все время себя нахваливал. Говорил, что он самый такой лучший, что все, наверное, хотят быть скунсами. Не такие красивые, очень милые, добрые. И скромные. И он все время меня звал в гости к себе в Америку. Скунсы очень классные, но, к сожалению, у нас не водятся. Зато я узнала, что скунса можно держать дома. И, возможно, если бы у нас не было кота. Акула тоже себя хвалила. У акулы, когда попадают зубы, у них вырастают новые зубы из чешуи. Некоторые акулы живут 100 лет. Видов акул очень много. Они бывают очень разные. Бывает, например, белая акула, акула-нянька, тигровая акула-болт, которая нам рассказывает про себя. А я знаю, где водится кошачья акула, она водится у нас дома. Ежа очень интересно было. Самый милый еж в мире – это ушастый ежик. Вот, самый милейший ежик. Ёжики иногда катаются в яблоках, но это не чтобы взять для себя очень вкусное яблочко, а чтобы отпугнуть паразитов. Ещё. Ёжиков тоже держат дома, как скунсов. Ёжики слышат лучше кошек. А ещё ёжики некоторых видов бывают необычных цветов, белых и желтых. Тут все животные рассказывают про себя. И поэтому их очень интересно слушать, как будто ты читаешь интересную историю, а не какую-то научную вещь. В конце книжка советует, что почитать и что посмотреть про этого животного. Жили-были ежики, ежик и его друзья. Это почитать, а посмотреть из кино можно «Год ежа», «Ежик в тумане», «Жизнь ежей», «Ежик и девочка». Советов очень много, это можно очень много читать и смотреть. Я эту книгу рекомендую детям, которые любят веселые приключения, которые очень любят животных и хотят о животных побольше знать. Эта книжка одна из большой серии. Все книжки называются по-разному. Эта книжка называется «Самые смелые животные». А есть еще «Самые необычные и редкие животные», «Самые ловкие животные», «Самые сильные животные». Я очень хочу эти книжки.
Ты прям как будто угрожаешь. Давай как-то подобрее. Я... А не будешь про третью? Нет, не могусь. Не могусь? Ставьте лайк, а еще лучше подпишитесь. И на этом всем пока-пока!